есть понимание у людей, что это не работает. Уже люди почитали законы, уже знают, что мы заслуживаем, мы имеем право безопасно передвигаться, что то, что на нас бросаются агрессивные бесхозные стаи, это ответственность городского совета. То есть это понятие, понимание у людей уже есть. То есть, в принципе, уже сейчас, если иметь желание решить этот вопрос, можно, собственно, принимать адекватную программу. Программа уже тоже есть, ее разрабатывали специалисты коммунального предприятия Центра защиты животных. Программа единственная от коммунального предприятия Центра защиты животных, у которых цели прописано уменьшение количества укусов. Две другие программы от защитных организаций, от депутатов, защитников, так скажем, и от департамента ЖКХ, который Сергей Коренев сказал, что она учитывает интересы защитной организации «Феникс». Эти две программы в своих целях имеют количество стерилизованных собак. То есть, как это повлияет на нашу безопасность, непонятно, но их будут стерилизовать за наши деньги. Одна программа хочет 60 миллионов, 61. Вторая программа 40, и вот как бы, собственно, та, за которую мы выступаем, там рассчитано 15 миллионов на срок действия программы. В поддержку этой программы мы сейчас собираем подписи, можете подходить, подписывать тех, кто сейчас новоприбывшие. Собственно, результата нет, поэтому мы уже как бы просим не заниматься этими играми, просим нормальную программу принимать. Спасибо.